Зерно вытаскивай. Это на дороге там просыпали. А мы собрали его. Видишь, какие руки-то грязные. Так, так. На место. Развязывай. Во. Вот так. Шифера там разбросили где-то, уронили, а мы нашли. Нет, давай, давай. Я сейчас здесь отсюда. Давай, держи за это. Маленько подсыпем вот так вот. Хорош, это на неделю. Не думаю. Хорошо, неделю хватит. Это оставь. Достаем мы голубей. Ты несешь два ящика, а я это коробку. Посмотри сначала, не открылась ли. И рукавички взять, пусть она закроется. Давай, вытаскивай аккуратно. Держи, чтобы так вот неси, чтобы она не открылась. Дальше. Открывай. Так, подожди. Вот это вот сейчас, вот, вот здесь вот мне, она открывается. Ну так надо поглядывать. Вот вторая. Держи. Ну ладно, я теперь беру эту. Пшеницу, где она? Здесь, здесь. Вон, вот здесь. Она. Все, пошли. Смотри, чтобы не открылась она. Голуби с такой дали приехали. С Тюменцева. Так, там посмотри, открыть надо. Туда не... Ну ладно, открывай. Куда полезешь там? Трогать. Давай. Еще. Ага. Ох. Ой-ой-ой. Мне не пройдет. Подождите. Четырнадцать ступенек. Эту лестницу я делал. Моя работа, как Шариков говорил. Где Володя-то? Проходи туда. Давайте я пройду. Я тут сейчас наложу вот такой тазик интересный. Вот сюда вот.
Тут окошко одно, и там вверху одно. Так, давай, все, заходи. Тут по-другому никак. Давай, следующее. Заноси все. Все заноси и дверь закрывай. Можешь заходить сам, можешь стоять там. Давай. А коробки мы тут оставим. А может и возьмем. Так, все, закрывай. Встань в сторонку и закрывай. Вот так. Такая. Ну, Господи, благослови. Из Тюменцевска. Район Тюменцевска. Сейчас вот привезли голубей. Фамилию я не узнал. Александр Дмитриевич дал мне голубей. У меня вот в одном месте кошки погрызли. Раз. Ничего, ничего, ничего. Два. Три. Смотри, какие. Четыре. О! Вот как. Четыре. Пять. Махноногенький такой. Вот он. Шесть. Во какой чернуш. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Одиннадцать. Двенадцать. Беляши такие. Двенадцать. Больше нету. Так. Подожди-ка. Давай. Двенадцать. Когда мы выйдем, они тут распорядятся. Так, вытащи туда, на улицу вот это. Вот сюда, толкни его. Открывай. Пальцы мне не прижми. Двенадцать. Выставляй ее туда. Выставляй. Подальше маленько. Все. Двенадцать. Это вот видишь, она тут размонтировалась. Сгрудились. 12. 13. Ой, это кирпич, чтоб пить можно было. 14. 14. 15. 15. Как истребок какой-то. 16. 17. 17. 18. 18. Ну надо там туда, в дырку дальше оставить, подожди. 18. Я подставлял вот так, чтобы дышать было чем. 18. 20. О какой, и хвост-то какой у него. 20. Ой, тепло-то как у него здесь. 21. Двадцать два. 22. 23. Не знает, куда деваться. 24. Коричневый должен быть. Ну-ка, давай.
Он 20-то приготовил, а это потом еще добавил. Я говорю, ну 25 было бы что. Вон он, хвост какой. Мы смотрели, как они там летают. 25. 26. Вот сейчас мы уйдем. Они тут начнут пить. Есть, а уже через неделю я сколько-то возьму? 26. Сколько я возьму здесь? Ну, 10 возьму как раз. Даже побольше, чтобы поровну было. Так, вытаскивай. Сейчас молоденько за нами выйдет. Держи. Посмотри, пусто, а то... Ну, как будто бы пусто. 26. Да. Все. Приехали. Давай, забей. Вот туда в сторону поставь. Вот туда. Вот так. Уходим. Туда подальше. Потом все утащим. Ну все, Гули, вот, царствуйте вот тут. Ваше царство. 26. Аккуратно. Так, я закрою тут крючок и задвижка. Не любопытничать, туда не заходить. Без моего разрешения. Все. Идем обедать. Мы еще сегодня не обедали. Так, сейчас я посмотрю. Потом посмотрим, сейчас дойдешь до туда, снимаешь, сколько километров. Вот сегодня мы выехали после богослужения. Могли и раньше, но никак. 14.20. Вполне сносно. 14.20. Вот как раз нам сегодня обед, потому что мы рано позавтракали. О, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, и туда поднимается. 14 ступеней. Фу. Так, можем маленько прикрыть. Так, лишь бы только. Смотри-ка. Сейчас там посмотрите. Сколько. Вот так, палочка. Никого дома нет. Посмотрите километраж, сколько. Лечи у меня. Ключи у меня ключи. Сколько? Километров сколько? Пока не знаю. Сейчас посмотрит. Давай. Давай. Я занесу, я тут поставлю пока. Угу. Сейчас так узнаем и сразу пишешь. А то мы были в Тюменцево. 72 километра. 72 километра. 72. 12 откидываем, остается сколько? 60. Потому что с трассы 6 километров написано до Карповки. Ну и все. Это туда 72, да обратно и туда 60. Это сколько будет? 132. 132 километра сегодня мы проехали. Дорога просыпанная пшеница. Вот взяли, на, собрали. Все, молоденькое. Все, давай. Слава Христу. Аллилуйя. Воинов.